Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Все, что вы ищете о знаменитых турках, есть на моем канале. Журнальный мир наводнен Ханде Эрчел и Керимом Бюрсином. Это знаменитая пара, которая долгое время была вместе, а затем рассталась, вновь вышла на первый план в связи с недавними событиями. Вот подробности событий, которые потрясли Ханде Эрчел. Знаменитая пара Ханде Эрчел и Керем Бюрсин пережили одни из худших отношений в Турции. Однако в 2022 году оба актера решили прекратить отношения, и это расставание пошатнуло повестку дня журнала. Однако в последние месяцы поведение и отношение Керема Бюрсина к Ханде Эрчел породили ожесточенные слухи о том, что их отношения еще не окончательно завершены. Вот важное событие этого процесса. 1. Дружеские встречи. Прежде всего, внимание привлекли частые появления Ханде Эрчел и Керема Бюрсина в социальных сетях и их дружеские позы. Любопытно, являются ли эти встречи дружескими или чем-то иным. 2. Совместный проект. Второй большой неожиданностью стала новость о том, что дуэт может воссоединиться в телепроекте. Это взволновало его поклонников и показало желание Керема Бюрсина сотрудничать с Ханде Эрчел. 3. Искренние сообщения. Искренние сообщения и улыбающиеся фотографии, которые они отправляли друг другу в социальных сетях, породили предположение, что их отношения могут продолжаться. 4. Общие друзья. Общие друзья дуэта сделали заявление, предполагающее, что они оба все еще испытывают глубокие чувства друг к другу. Ханде Эрчел и Керем Бюрсин продолжают привлекать внимание общественности после этих событий. Хотя не ясно, к чему приведут их отношения, похоже, имя этой знаменитой пары и дальше будет одной из самых любопытных тем в журнальном мире. Стоит подождать и посмотреть, потому что похоже, что эта история любви будет продолжаться. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Все, что вы ищете о знаменитых турках, есть на моем канале. Журнальный мир наводнен Ханде Эрчел и Керемом Бюрсином. Это знаменитая пара, которая долгое время была вместе, а затем рассталась, вновь вышла на первый план в связи с недавними событиями. Вот подробности событий, которые потрясли Ханде Эрчел. Знаменитая пара Ханде Эрчел и Керем Бюрсин пережили одни из худших отношений в Турции. Однако в 2022 году оба актера решили прекратить отношения, и это расставание пошатнуло повестку дня журнала. Однако в последние месяцы поведение и отношения Керема Бюрсина к Ханде Эрчел породили ожесточенные слухи о том, что их отношения еще не окончательно завершены. Вот важное событие этого процесса. 1. Дружеские встречи. Прежде всего, внимание привлекли частые появления Ханде Эрчел и Керема Бюрсина в социальных сетях и их дружеские позы. Любопытно, являются ли эти встречи дружескими или чем-то иным. 2. Совместный проект. Второй большой неожиданностью стала новость о том, что дуэт может воссоединиться в телепроекте. Это взволновало его поклонников и показало желание Керема Бюрсина сотрудничать с Ханде Эрчел. 3. Искренние сообщения. Искренние сообщения и улыбающиеся фотографии, которые они отправляли друг другу в социальных сетях, породили предположение, что их отношения могут продолжаться. 4. Общие друзья. Общие друзья дуэта сделали заявление, предполагающие, что они оба все еще испытывают глубокие чувства друг к другу. Ханде Эрчел и Керем Бюрсин продолжают привлекать внимание общественности после этих событий. Хотя не ясно, к чему приведут их отношения, похоже, имя этой знаменитой пары и дальше будет одной из самых любопытных тем в журнальном мире.
стоит подождать и посмотреть, потому что похоже, что эта история любви будет продолжаться. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.